В общем, зона, лес, поляна. На пороге старой сторожки сидит кровосос. Тихо кругом, погода дивная, в общем, полная идиллия. Тут из дома выбегает маленький кровососик и к папе тормошить его. Пап, а пап, а покажи сталкеров! Пап, ну покажи сталкеров! Тот пошел в сторожку, выходит на каждой руке по черепу. И начинает, как в кукольном театре. Левый череп так тонко. Семёныч, слушай, как думаешь, тут кровососы есть? Правый так басом. Ну ты даешь, Петруха, какие тут нафиг кровососы?